Глянцевые, матовые, сатиновые, многоуровневые, с фотопечатью. Натяжные потолки от компании «Фламанд». Специалисты произведут замеры помещения, помогут определиться с цветом и рисунком, составят проект. Сделайте выбор в пользу красоты и практичности. Компания «Фламанд». 6 лет на рынке Забайкальского края. Весеннее солнце светит все ярче, а значит, самое время подумать о покупке солнцезащитных очков. А для тех, у кого проблемы со зрением, специалисты подберут медицинские оправы известных брендов или мягкие контактные линзы. Берегите свое зрение и свободно любуйтесь лучами весеннего солнца в модных очках от сети «Оптик Панацея». Выпускной вечер тревожит старшеклассников, пожалуй, больше, чем предстоящие экзамены. Тосковать по школьным годам они будут потом. А пока это один из самых трогательных и волнительных праздников. Современные девушки стараются создать не просто роскошный, но и модный образ. И в первую очередь надо определиться со стилем прически. Кудри, локоны, различные плетения, укладки в стиле casual-шик. Тренд причесок 2012 – это длинные, ухоженные, завораживающие своим сиянием волосы. Поэтому следует еще до праздника позаботиться о их здоровье и внешнем виде. Первое правило выпускного вечера – это выглядеть хорошо, а лучше – соблазнительно. Для этого особое внимание нужно уделить состоянию волос и выбору причесок. Мастера спа-центра «Счастье для волос» на профессиональном уровне создадут для вас модные, актуальные, стильные прически, которые будут соответствовать именно вашему имиджу. Сегодня существуют мощные восстановительные процедуры для лечения волос. Иногда достаточно всего несколько сеансов, чтобы они стали блестящими, мягкими и послушными. Спа-центр «Счастье для волос» приглашает всех выпускников, преподавателей, а также любящих родителей на программы по интенсивному восстановлению кожи, головы и волос на японской продукции марки «Лейбл». Это программы «Восточный экспресс», «Жизненная сила», «Золотое сечение», а также лечение волос стволовыми клетками. На все эти программы с 15 мая по 15 июня действуют скидки более чем на 30%. А порадовать своих выпускниц вы можете, приобретая подарочные сертификаты на все услуги спа-центра «Счастье для волос». Мы ждем вас в спа-центре «Счастье для волос». В салоне есть серия средств для домашнего ухода. Очищающие муссы, термальные спреи и витаминные эссенции с легкостью можно применять самостоятельно. Спа-центр «Счастье для волос», улица Журавлева, 15. Яркое солнце, пестрота цветов, теплый ветерок и огромное желание отправиться на пляж. Несмотря на капризную забайкальскую погоду, лето обязательно наступит и совсем скоро. Неважно, где вы его проведете, на ближайшем озере или на престижном морском курорте, ясно, что без купальника вам не обойтись. Каждая женщина стремится, чтобы ее купальник был, во-первых, оригинальным, во-вторых, модным, а в-третьих, максимально подчеркивал достоинство фигуры, скрывая недостатки. Если вы высокая и очень худенькая, отдайте предпочтение раздельному купальнику яркой, насыщенной расцветки. Это зрительно придаст объема. При широких бедрах и животе акцент лучше сделать на верхнюю часть. Если купальник цельный, то утягивающие вставки помогут скорректировать фигуру. Несколько слов про ткань, из которой шьются купальники. Смело можете выбирать из изделие из полиамида. Оно будет быстро сохнуть и, что немаловажно, дышать. При выборе купальника обратите внимание на качество швов. На месте строчки не должно быть никаких пробелов. Идеально, если купальник будет сшит плоским бельевым швом, тогда он не будет натирать чувствительную кожу. Италия, Франция, Венгрия, Польша, Белоруссия – бренды Amarée, Marc André, Bagama, Paloma, Миловица, Магистраль. В стиле ретро – лиф пушап, бикини, стринги, топ-трансформер. Новая коллекция купальников сезона «Лето 2012» появилась во всех магазинах торговой сети нижнего белья «Секрет Ангела». Здесь самые разные модели и формы вплоть до 60-го размера. Нежно-голубые, романтично-розовые, благородных шоколадных оттенков с яркими принтами и привлекательными деталями. Купальному костюму можно подобрать модные дополнения. Легкие парео, летящие комбинезоны, пляжные сарафаны, сумки, шляпы. Нижнее белье для невесты – это особенная деталь свадебного наряда, предназначенная для единственного, но самого любимого зрителя. Свадебная коллекция – это великолепные комплекты из корсета, пажей и подвязки. При покупке такого белья «Секрет Ангела» дарит невестам дисконтную карту. Приятного вам отдыха, улыбок и внимания. И помните, женское очарование начинается с красивого и соблазнительного секрета.
Поступление ткани, магазин «Иголочка», Бабушкина, 123А. Родина юбки Туту принято считать Америку. Попробуем делать все самостоятельно, ведь для этого ее даже шить не нужно и потребуется совсем немного материалов. Для того, чтобы сделать юбку Туту, нам понадобятся следующие материалы. Это ткань фатин двух цветов, белый и розовый. Белый понадобится 2 метра, розовый 1 метр. Широкая резинка, которая у нас будет поясом, лента, которая будет украшать нашу юбку, нитки, ножницы и любая поверхность, на которую мы сможем натянуть нашу резинку. Итак, начнем. Вырезаем из фатина полосы, розовую и белую. Полосы должны быть длиной 75 см, шириной 15. Белых должно получиться 32, а розовых в 2 раза меньше – 16. И обрезаем концы треугольником. Теперь приготовим резинку пояс. Обрезаем резинку равную обхвату талии и минус 4 см, так как она у нас впоследствии растянется. Сшиваем. Это единственный раз, когда нам понадобится нитка и иголка. Все аксессуары вы можете приобрести в магазине «Иголочка». Пояс наш готов. Теперь мы его натягиваем на поверхность. Вместо книги можно натянуть резинку на ножки табурета. Так ткань привязывать будет еще удобнее. Теперь приступим к изготовлению юбки. Для этого мы будем завязывать наши готовые полосы на резинку обыкновенным узлом, чередуя 2 белых, 1 розовую. Перед тем, как привязать ленту, скручиваем ее. Находим середину ленты. Следите, чтобы фатин не стягивал резинку, оставляя ее прямой. Юбочка готова. Осталось ее украсить по своему желанию. В нашем случае это будет атласная ленточка. Продеваем ленту в один из узелков и завязываем бант. Весеннее солнце светит все ярче, а значит, самое время подумать о покупке солнцезащитных очков. А для тех, у кого проблемы со зрением, специалисты подберут медицинские оправы известных брендов или мягкие контактные линзы. Берегите свое зрение и свободно любуйтесь лучами весеннего солнца в модных очках от сети «Оптик Панацея». Глянцевые, матовые, сатиновые, многоуровневые, с фотопечатью. Натяжные потолки от компании «Фламанд». Специалисты произведут замеры помещения, помогут определиться с цветом и рисунком, составят проект. Сделайте выбор в пользу красоты и практичности. Компания «Фламанд». 6 лет на рынке Забайкальского края.